Готовь сани летом. Именно это крылатое выражение взяла за основу управляющая компания МУП РСП при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону. Чтобы тепло поступало бесперебойно и в полном объеме, организация провела большой комплекс подготовительных работ задолго до наступления холодов. Провели опрессовку домов, сделали промывку. Эта промывка делается обязательно один раз в год. Вот. Гидроиспытания системы центрального отопления были, значит, утеплены, теплопроводы все, чтобы меньше было теплопотерь. Заменены, значит, на элеваторных узлах задвижки, краны. Благодаря проделанной работе в целом отопительный сезон начался благополучно, без крупных аварий и прорывов сетей. Но не обошлось без мелких неполадок. Например, несколько жалоб от жителей поступили на завоздушивание стояков и радиаторов отопления. Во все дома вовремя подано отопление, было произведено развоздушивание стояков. По температурным, значит, нормам все в рабочем режиме. Жалоб нету, готовы встретить зиму.